Герой Советского Союза Матвеев Николай Пантелеевич. Родился 23 декабря 1913 года в деревне Осеево Болховского района Орловской области. В 1941 году он окончил пехотное училище города Орджоникидзе, с того же года на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1944 года старший лейтенант Николай Матвеев командовал мотострелковым батальоном 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 6-й танковой армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Днестра. В ночь с 19 на 20 марта 1944 года батальон Матвеева в числе первых переправился через Днестр в районе Могилева-Подольского и захватил плацдарм на его западном берегу, после чего удержал его до переправы основных сил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, старший лейтенант Николай Матвеев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 4394. Демобилизовавшись, проживал в Мариуполе, работал на заводе «Азовсталь». Скончался в 2001 году. Похоронен на Микулинском кладбище Тернополя.